На что мне потратить 700к? Я, короче, копил. Раз, два, три, покупаю. Всем привет, друзья, с вами Big Tanks, и сегодня я буду тратить 700 тысяч кристаллов. Прямо сейчас я почти определился, что я буду тратить, но, друзья, прямо сейчас я вам покажу несколько творческих работ. И давайте договоримся так, если они вам понравятся, то вы прямо сейчас перейдете по ссылке в описании и подпишитесь на группу, где публикуются эти шедевры. Договорились? Давайте. Также помимо крутых работ в группе проходит конкурс на 200 тысяч кристаллов, а также 45 контейнеров на голды на премиум аккаунт, поэтому ссылочка тоже будет в описании, перейдите, поучаствуйте и надеюсь вам повезет. В общем, сейчас мне будет советовать легенда, поздоровайся. Здорово, бандиты. О, сейчас привет, легенда. Привет, советчик. Я твой советмен-личник. Советмен-личник? Короче, смотри, Гоша, как ты думаешь, на что мне потратить 700к? Я, короче, копил. И в итоге мне сегодня на стриме кто-то 100 тысяч кристаллов задонатил. На стриме прям, прикинь? А как это? Ну, я, короче, у меня крит-ошибка происходит. Я обновляю танки, ставлю заставку, обновляю моментально. И у меня на аккаунте, я замечаю уже потом, спустя 2 минуты, что у меня плюс 100 тысяч. Прикинь, мне кто-то закинул на аккаунт 100 тысяч кристаллов на стриме прям. Нормально. Вот, и короче, сегодня у меня должно было быть 600 тысяч, но теперь 700 тысяч, поэтому я безумно рад, спасибо, кто бы ты ни был. Вот, поэтому, блин, что мне купить? У меня пушки все прокачаны, корпуса у меня, ну, все нужные пушки у меня прокачаны, корпуса у меня нужные тоже, тяжелые, там, легкие, средние, там, вот это у меня все качано, да? Вот, краски, ну, краски-то понятно, защиты у меня тоже качаны, дроны у меня все есть, все у меня есть, нарки у меня тоже довольно-таки много, но, если мы листаем немножко сюда, мы замечаем, что батарейка у меня 331 батарейка, это очень мало, и вы понимаете, что сейчас дроны, это number one вообще, что есть в танках онлайн, и поэтому я прямо сейчас потрачу 701 тысячу кристаллов на батарейки, или я чутью, или крыша едет. Или это адекватное решение, я вот не знаю. Подожди, а сколько выйдет? Ну, смотри, давай посчитаем. Так, подожди, 700 тысяч. Подожди, я что-то считал, там 2000. Смотри, 2000 батареек, это 600 тысяч. 2300, это 690. 2337. Вот, 2337 батареек. Офигеть. 700 тысяч кри. Офигеть. Но дело в том, что у меня еще минок мало, 300 штук. А если будет меньше 300, то у меня из этот ЖСК будет уже не 9999, а меньше. Поэтому я прямо сейчас куплю миночек. Ну, не прямо сейчас, вообще сначала я куплю батареек. Давайте мы возьмем вот так вот. 2000, ровно, 2000 я куплю. Или 2100, давай. 200 батареек. У меня будет, итого у меня будет 2400. Прикинь, 2000 батареек, я... Вы, наверное, подумаете, ребят, что я вообще не какой-то непонятный, что я трачу такие большие суммы на батарейки. На самом деле, это то, что сейчас реально будет нагибать в танках, и это то, что вообще должно быть у всех и у каждого. Поэтому я прямо сейчас беру и покупаю. Раз, два, три, покупаю. Все, я купил. О, блин, у меня 2400. Как думаешь, насколько мне хватит, Гоша? Я думаю, на неделю. Две. Недели две точно. Ну, может быть, на две недельки, да, пацаны. Две недельки мы катаемся, ничем не паримся. 2000. 2000 на две недели. Представляешь, сколько нужно играть в танки, чтобы заработать 700, ну, 600 тысяч, да? И купить батареи к себе. Прикинь? За две недели это, наверное, невозможно. За месяца два, наверное. Только попробовать как-то там. Ладно, давайте купим на оставшиеся еще миночки. Так, у меня, допустим, сколько там? Нужно где-то, ну, 400... Не, давайте где-то 500. Стоп, это сколько? Что, 1000 этих мин, что ли, получится? 1000? Даже 1200. Короче, 1200 я покупаю. Все, минки у меня есть, как раз для всяких спаси голдов. И, в принципе, все. 11 тысяч кристаллов пусть болтаются. Пойдет. У меня, в принципе, все хватает. Вот. И давай, Гош, сейчас зайдем с тобой группой и покажем нагиб и для чего вообще нужны батарейки. Так, ребят, мы прогрузились тут какую-то битву. Тут чувачки что-то пытаются нам доказать, что они сейчас выиграют. Но нет!
мы зашли с дронами-педронами. У Георгия, он же Георгий Шони, он же Шлегенда, он же Шлюгенда, он же Братбек, он же француз. В общем-то, у него тоже бустер. И я с бустером. Я могу в любой момент переодеть где-нибудь какой-нибудь подрывник и идти делать харакири, или как это называется? Короче, что-то я буду делать с этим дроном, но, в принципе, меня бустер устраивает. Поэтому, Гоша, поехали. Поехали. Едем в соседнее село. Бух. Ой, смотри, у него что? Смотри, у него какой маленький этот вылез. Песосик. Это у него этот штурмовик. Не, брат, у меня лучше песос, чем у тебя. Видишь, я тебе нарез подправил. Я не буду выпендриваться с рельсой. Рельса это хорошо, рельса это прикольно. Но у меня есть фриз. Или же огнемет. Что же лучше, фриз или огнемет? Огнемет. Вогник. Вогник я беру. Тогда и, в принципе, все, гоу. Резисты можно было подобрать. Ай, в жопу резисты, короче, я думаю, им так будет весело. Поэтому так. А, кстати, Гош, ты знаешь, что... Возьми, дай оверку. Ты знаешь, что я играю с устройством, которое вместе с этим дроном никак не сочетается? Прикинь. О, 50%. Серьёзно? Пацаны, бейте меня семеро, бейте меня восьмеро. Ой, вулкан пришел, вот ты меня не бей. О, у тебя черная жика. Так, короче, возьму резист от вулкана вместо рельсы. И я, пожалуй, сейчас возьму другой дрон, потому что с легкими вот этими баллонами на жигу вообще не подходит это мой дрон. Поэтому я, наверное, возьму какой-то там, я не знаю, дополнительную аптеку, наверное, возьму спасателя. Да, пожалуй, возьму аптеку. И, в принципе, так, защиту возьму вместо рельс, вместо фреза возьму вулкан. Вот. Так, вулкан. А вместо рельсы я возьму рикошет. Все, замечательно. Поехали! Так, теперь у меня, прикинь, Гош, плюс 1000 броней, автоматически, которая будет юзаться. Прикинь? Крутой. То есть я могу в любом... Я даже... Знаешь, в чем прикол этого дрона, кстати? Я просто в любую секунду могу нажать... Ой, это здесь, даже я ничего не нажимаю, он сам меня лечит. Он только что залекал, пацаны. Я, кстати, не заметил, но он меня залекал. Мне рельса дала урон, и он меня... Он выдержал этот урон, прикинь? Нормально. То есть это реально, это очень круто. Поэтому, в принципе, все офигенно. Такой маленький баллон, но зато эффективно. Я проехал, всех пропылесосил. Сейчас, брат, я заеду, помогу тебе. Делаю пока. Всем. Вот смотри, разнообразие какое, да? Я сейчас играл с бустером, с рельсой, ваншотил всех. Или там с тем же молотом буду. Тут раз, я взял жигу с таким устройством. Я просто переодеваюсь и беру дрон, который дает аптеку. Это просто бесплатная аптека у вас дополнительная. И я вам скажу, ребят, что во многих битвах, во многих всяких там сетапах там разные можно подбирать. И очень, очень офигенно тащит вот этот вот дрон, который сейчас у меня. Вот реально, прикиньте, у вас плюс одна аптека. У вас может быть обычная аптека на том же голде, да? Обычная аптека, потом овердрайв, и плюс еще вот эта аптека. Дрон, которая. И у вас, получается, будет овер много аптек. Поэтому, так, аптечка. Хопа. Сейчас у меня еще залекает, смотрите. Смотрите сейчас. Хопа! Она меня просто залекала. Спасибо большое, дамочка, которая там подсовывает мне аптеки. Вот, прикинь, это какая-то... Сидит кто-то там, короче. Орех сидит, короче, и засовывает тебе аптеки, типа. В танк. Чик-чик. Поехал. На самом деле, ребят, я просто доволен, то, что я купил батарейки, они у меня заканчивались. У меня прям аж, короче, аж... Глаз дергался, когда я видел, что у меня 300 батареек. Поэтому, Гоша, что, ты тоже будешь покупать, да? Да, только но, я не закрыл. А куда тебе тратить? Блин, у меня овощ, короче, союзник уже 3 раза меня подпер. Что он делает вообще? Вот глупенький. Аптека. О, спасибо. Видите, как реально спасает? Вот сейчас бы меня убили, а так бы я уже поджарил этого и всех поджарил, и, короче, нормас. Если бы не союзник, если бы был бы дрон какой-то, вот таких вот союзников, как вот этот вот, мешал. Знаешь, типа... Не знаю, удалить из битвы, там, оттолкнуть его нахрен как-то, перевернуть там. О, нажать, типа, возле него и флаг забираешь, короче, прикинь. И флаг тебе, типа, если это, ты дотрагиваешься до него, там, или как-то рядом стоишь, нажимаешь, и флаг тебе достается. Было бы прикольно, да? Да. Вот, так, ладно, пойду-ка я разнесу нафиг всю вазу. А. Все. Ой, все, что ли? Да ладно. Так быстро. Блин, слушайте, офигенно. Слушай, кстати, Гоша, я только что заметил, что у меня уже половина звонки прокачана. Я недавно получал звонку, и у меня уже половина. Прикинь. Не короче, больно. Скоро будет у нас получение звонки. Вот, так что, ребят, с демоником катаю, все дела, кока-кола тролля. Вот, ребят, если ролик понравился, тыкайте лайкосы, лепите
Прожимайте, я в следующий раз попытаюсь накопить еще больше кристаллов и посмотрим уже, на что мы будем тратить. Лайкос, подписка, колокол. Всем удачи, всем покидос. Покидос.